Вопрос с водоснабжением в Лабужском тянется еще с конца 2020 года, когда в деревню завезли емкость, с помощью которой решено было уйти от старой системы подачи водоснабжения. Объяснили так: замерзать не будет, да и на отоплении сэкономить можно, ведь подача будет не через водонапорную башню. Однако зимой жители забили тревогу. Вода оказалась абсолютно непригодна даже для технических нужд. Весь год представители власти и сотрудники управляющей организации «Севержилкомсервис» ездили в Лабужское. Брали пробы, чтобы оценить качество воды. По результатам лабораторных исследований вода то признавалась пригодной, то опять нет. В сентябре 2021 года емкость заменили, но от этого качество воды не улучшилось. В прошлый раз, когда приезжали, говорили, что хорошо. Я говорю, у меня тут жижа, он текет. Поменяют здесь вот эту, помните, да? Что поменяют, значит, они вот эту емкость. Они эту емкость привезли новую, поменяли, закачали. Но как говорили, что там еще сделают хорошие очистные. Ну как, то есть это фильтр-то, фильтр, да. Вот, мощные. Ну и чего? Ничего не сделали, туда воду закачали. Вода стала та же самая. Нет, что так... такая вся эта самая темная, и опять с налетом. Она опять непригодна. Из-за того, что качество питьевой воды не изменилось, она осталась такой же непригодной для использования. Было принято решение вернуться к прежней схеме водоснабжения. Сейчас вода в дома поступает, как и раньше, с башни. Да, с реки, с башни вода идет. Вода нормальная. Я говорю, я готовлю на этой воде, на Печорской. И баню наливаю. Да, вопрос, что у нас только углубление по Печору, да, и она бы не была стоячей водой. А там всего-то им на месяц-то и надо. А потом разливается вода. Все, мы с Печоры берем воду. Сделали бы углубление реки, и вообще проблем-то никаких не было. Башня построена была в 92-м году. Это башня новая. Я говорю, единственное, что мы хотим пить воду чистую, и пусть Печора. Нет, там делайте очистные хорошие и выводите воду с того балкона. Ну, не отсюда. Отсюда даже близко, чтобы этой воды пусть не было. Пусть это будет пожарный водоем, пожалуйста, устанавливайте, делайте. Насколько технически возможно подключить БВПУ вот эту вот систему? На период, когда там еще идет... Когда вода грязная. А так с реки, пусть с реки идет вода. Внесем ясность. БВПУ – это блочная водоподготовительная установка, которая была введена в эксплуатацию более 8 лет назад. Жителям предлагалось пользоваться ею как колодцем. Я раньше работала заведующей сепараторным отделением. Сейчас я на пенсии, на заслуженном отдыхе. 63 года. И вот мне предлагают сейчас с ведерками ходить с очистных воду носить. На стирку, на баню, ну на все практически. Это что, нормально, нет? При том, что у нас в домах водопровод. Я говорю, а вот установка-то, она бездействует. По словам обслуживающей организации «Севержилкомсервис», вода на БВПУ питьевая. Однако на деле ее можно использовать только для технических нужд. Какая она питьевая вода, если садик отказался от этого? Они сдали на экспертизу, да, и вообще проблемы пошли. К слову, представители власти Заполярного района видят проблему плохого качества воды в старых водопроводных сетях. Хорошо, вот мы сейчас проектируем сети. В этом году у нас в конце года должен быть проект. На следующий год будем планировать строительство для того, чтобы у вас была питьевая вода в системе. Мы к этому уже идем. Мы сейчас приехали для того, чтобы обсудить тему, откуда у вас будет водозабор. Жители деревни, в свою очередь, видят в сложившейся ситуации только один выход – сделать систему очистки воды для действующей системы водоснабжения через водонапорную башню. К счастью, власть их услышала. Сейчас опять выехали, посмотрели. В принципе, вода в емкости нормальная, но мы понимаем опасения жителей, и поэтому приняли решение, что оставим прежнюю систему через водонапорную башню до момента строительства новых сетей. Благодаря тому, что жители не остались равнодушными и до конца отстаивали свое право на чистую воду, вопрос решился положительно. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».